Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала Совместный Модемастер. И сегодня хочу обсудить очень важную тему. Я хочу поделиться с вами некоторыми новостями и рассказать вам то, что сейчас я хочу устроить кое-что глобальное. По названию ролика вы уже, наверное, поняли. Ну и в целом поделиться всеми новостями, которые есть у меня для вас. В общем-то, вот кто смотрел сегодня с утра цикл про бомжей, да, то есть как бы про большой город, про выживание бомжа, те знают. То есть как бы то, что я сейчас стою здесь, это ничего не значит, я просто рассказываю вам информацию. Короче, во-первых, начнем, наверное, с самого крутого. Я хочу провести конкурс построек на 50-100 тысяч рублей в следующем месяце. Такого никто никогда не делал. Это будет не один конкурс построек, я хочу сделать типа турнира, типа там отборочные этапы, реально типа там 10-15 игр по 20 человек отборочных, а потом сделать финальную игру, в которой будет весь призовой фонд больше 100 тысяч рублей. Может 100 тысяч, может 50-100 тысяч, но откуда я возьму эти деньги? Потому что это очень, ну, не маленькая сумма, да, как бы я мог бы собрать на стримах, мог бы там с партнерки получить и так далее, но со всеми остальными расходами у меня бы это все не вышло. В общем-то, я скажу вам напрямую, честно, просто вот прямо вам в лоб скажу, как есть, да, и к остальным новостям тоже перейду сразу же. В общем-то, рассказываю прямо. Также еще другие новости расскажу. В новостях еще будет там стрим секретный сегодня тоже и все остальное. Короче, слушайте. Новости такие. Я заключил, в общем-то, контракт небольшой с такой платформой streamcraft.com. Ну, вы, наверное, не знаете. Знаете, может, кто смотрел цикл, то я знаю, да. Вот. И они мне заплатят очень много бабла. Сколько сказать я не могу, потому что, ну, по контракту запрещено. Все-таки подпись свою ставил и так далее. Я не могу разглашать. Но, поверьте, денег будет достаточно. Я подумал, что если все условия будут соблюдены, мне действительно заплатят такую сумму денег, я могу реально провести такой офигенный конкурс. Вот, в чем суть? Суть в том, что я хочу сделать его на 50 тысяч рублей, но если у нас будет очень много, тогда может быть даже на 100 тысяч получится, потому что по контракту будет больше выплата. Я сейчас весь месяц, весь ноябрь вот этот вот буду стримить на платформе streamcraft.com, да? Ссылочку на нее я оставлю в описании, в конце ролика еще расскажу, как там зарегаться и так далее, все такое в таком духе. Кстати, сегодня в 17.00, в 17.00 по МСК, там будет у меня стрим по как раз-таки этому городу, большому городу, который мы снимаем, выживание в большом городе бомжом. Там будет ролеплейный стрим, как отдельная серия, вот. Но в общий сюжет она, конечно, не войдет, но в любом случае вы сможете, это будет как экскурсия по криптогороду, только экскурсия по этому городу. Я что вас прошу, ребят, смотрите, в общем-то, если будет сидеть на стримах весь ноябрь больше тысячи человек, тысячи или больше, на всех стримах, которые будут, ну или на большинстве стримов будет сидеть больше тысячи человек, то есть я там буду и в мини-игры играть, и делать какие-то такие вот штучки, может даже какой-нибудь длинный сериал чисто на стримах сделаю, то, соответственно, мне заплатят деньги, и тогда я смогу распределить их на конкурс построек. А что это значит? То, что конкурсов построек будет очень много, за отборочные чуваки тоже будут получать призы, и в финале там будет за первое место, предположим, если будет 1000 человек, то призовой фонд будет 50 тысяч рублей, если 1500, то 75к, а если у нас будет сидеть по 2000 людей на стриме, тогда я сделаю призовой фонд в 100 тысяч рублей. Если нас будет еще больше, там у нас будет по 3 косаря сидит, то я подумаю, может быть, смогу их уломать на большую сумму, чуваки. Тут уже как бы все от вас зависит. То есть, как бы, стримы там идут нормально. В принципе, не лагает у чуваков. У кого-то есть какие-то проблемы, они просто делают качество пониже и все. Те, кто с телефона сидят, советую, как бы, через приложение, скачать приложение, зарегистрироваться и вообще мой промокодик ввести и так далее. Вот, в общем-то, прикольно. Приложуха, на самом деле, прикольная стрим-площадка. Конечно, честно скажу, отстает от Твича и от Ютуба. Пока что, по многим параметрам, но в целом смотрится лучше, чем Play to Life, на который я стримил до этого. Да, вы скажете, это Демастер, ты сейчас рекламу какую-то втюхиваешь. Да, чуваки, я втюхиваю вам рекламу прямо сейчас. Я вам говорю то, что это реклама, да, и я подписал контракт. Я перед вами, ребята, открытый, честный человек, я не буду вам врать, да, я говорю как есть. Все, у меня контракт с чуваками, выбор за вами. Хотите вы огромный конкурс? Реально, кучу видео в декабре, то есть в ноябре мы это делаем, я получаю в конце ноября деньги. Вот, и в декабре провожу этот офигенный конкурс на 50 тысяч рублей с призовым фондом 50 тысяч рублей. Может быть, даже в 100 тысяч рублей, как я уже сказал, если будет 2000 зрителей. На стриме на ютубе было 11 тысяч зрителей. То есть, по идее, на StreamCraft могут легко 2000 зайти и смотреть стримы. Они будут такие же, как на ютубе, в принципе, ничем отличаться не будут. Вот, ну, будут некоторые уникальные. И, соответственно, будете смотреть там все такое, и все в таком духе, это будет здорово. Это первое. Второе, это, конечно же, стрим сегодня вот 17.00, который я сказал, это тоже очень важно. Как зарегаться, ссылочку я все оставлю в описании, там будет ссылочка именно на приложение, а также будет ссылочка на мой профиль. То есть, если вы с компа будете смотреть, то лучше не заходите по приложению, по ссылке, которая скачать приложение, да. Вы заходите по ссылке, которая для, ну, просто мой профиль и так далее, там можете регистрироваться через комп. Но советую зайти через приложение, в любом случае, даже если вы будете смотреть с компа, скачать приложение на ваш мобильный телефон.
Там на iOS и на Android оно как бы на iOS в App Store, в Google Market оно, или в Play Market оно на Android. Вот. И, соответственно, там в приглашениях ввести мой промокод, и тогда вы получите всякие разные плюшечки, ребята. То есть там 25 монет, это типа полбакса, грубо говоря, и сможете мне их задонатить, либо как-нибудь по-другому воспользоваться ими. Ну и потом еще 25 монет за активность получите. Ну, типа такая вот халява небольшая есть. То есть можете бесплатно задонатить, я вам буду типа благодарен. Ну, в общем-то, это вот что я хотел сказать по этим новостям, да. Также, я думаю, сейчас цикл бомжа, вот как раз-таки выживание в большом городе, будет выходить всю следующую неделю каждый день, чуваки. Всю следующую неделю цикл выживания в большом городе будет выходить каждый день. Я хочу посмотреть, если ролики будут набирать так же просмотров и так же много лайков, как набирают сейчас, то я буду действительно задумываться о том, чтобы выпускать такой ролик каждый день. Потому что выживание в большом городе, выживание бомжом, вам действительно очень понравилось, как я снимаю, как у нас вот все делается, как у нас город живет, вам действительно, ну вы видите, я вижу по вашим комментариям, что вам нравится, что у меня действительно как в России, все так жестко, то есть и, ну, типа как реально жестко, маты даже есть в чате и так далее, ну то есть как бы это не плюс и не минус, просто своя такая специфичная рубрика, да, то есть как бы, которая очень прикольная. За это я, кстати, хочу сказать спасибо Нюкиму, Нюким мне разрешил ее снимать, Нюким придумал эту идею, Нюким красавчик. Также еще хотел ответить на пару вопросов, многие говорят, типа, Демастер, почему, типа, ты один снимаешь, почему вы не с Аидом снимаете, Аид тоже снимает отдельно. Ребята, ну вот мы так решили, у нас Криптогород совместный цикл, а бомжов мы снимаем отдельно, но при этом вся наша вселенная, я так понимаю, ну, типа, я считаю, то, что наша вселенная с бомжами, она как-то немного связана, поэтому, думаю, в принципе, можете, может быть, в будущем у нас будут какие-то коллаборации с Тарасером, Нюкиом или Аидом, потому что мы все друзья, и, возможно, мы как-нибудь будем пересекаться. Вот, например, в следующей серии у меня будет небольшой сюрприз для вас, который выйдет завтра, поэтому, как бы, ждите, ставьте лайки. В целом, хочу сказать то, что если действительно все получится, и вы будете очень активны, будет очень много людей, много онлайн на стримкрафте, я буду там стримить реально каждый день, там по часу, по два, и это будет реально круто, может даже больше, в зависимости от того, какой будет онлайн, какой будет актив и так далее. Много всего у меня всяких разных идей в голове, как можно все это реализовать, соответственно, заходите, вписывайте промокодик, да, чуваки, ну реально, как бы, да, знаю, реклама, да, навязчивая, но, ребят... В конце концов, ну вы же понимаете, что я это делаю в первую очередь для того, чтобы создать более крутой контент. Потому что, как бы, ну, в нашем мире, вот честно хочу вам сказать, деньги очень много значат. То есть, как бы, без денег можно тоже делать очень крутые вещи. Но с деньгами можно сделать реально более крутые. Вот если я скажу то, что призовой фонд 100 тысяч рублей. Понимаете, на конкурсы построек придут не просто какие-то билдеры, да, а профессиональные билдеры, строители просто всего СНГ. И я самых крутых билдеров распекаю по отборочным этапам в любом случае так, чтобы всегда были какие-то крутые билдеры. Но также будут и слабые билдеры, но просто, понимаете, уровень построек будет намного выше. И потом это все делается ради вот этой финальной серии, которая будет прямо финалочка, понимаете? Где в финальной серии встретятся самые крутые билдеры со всего декабрьского сезона. Это будет очень круто, это будет очень эффектно, и я именно это и хочу сделать, потому что мне кажется, что это будет очень круто. Мне это понимаете, самые лучшие билдеры СНГ будут сражаться, и не за просто там за 2000 рублей, за 3000, а за 100 тысяч рублей. Это, если у нас такое будет, это будет просто офигенно, чуваки, реально, это будет просто круто. Вот эта сумма 100 тысяч рублей, это реально просто жесть. Я никогда не думал, что я когда-нибудь буду проводить такой офигенный конкурс, типа вот, и так далее, поэтому я прошу вас помочь мне. Вы будете точно так же наслаждаться стримами, да, не на ютубчике, но на ютубчике тоже, кстати, будут стримы, так что ничего страшного, не переживайте, я думаю, и туда буду успевать стримить, и ролики записывать, короче, в ноябре буду очень много для вас делать, я потому что, ну, как бы, уже договорился со всеми, вот, поэтому, чуваки, жду вашего актива, жду вашей активности, потому что от вас это очень много зависит, потому что, вы понимаете, типа, будут деньги, будет бюджет, будет, соответственно, очень качественный контент. Но я понимаю, что я один это сделать не смогу. Я это смогу сделать только вместе с вами, потому что вы, как вы понимаете, без вас у меня бы вообще ничего не получилось. Все вот эти 5 лет, которые я записываю ролики, я их делаю для вас и для себя, соответственно, тоже, да. То есть, как бы, вам вроде нравится тот контент, который я создаю, особенно последний год, вы очень лояльно относитесь к тому, что я делаю, и мне это нравится, поэтому, ребят, вам за это респект, да. Вам за это респект, спасибо, и надеюсь, что также дальше будете меня поддерживать, и, соответственно, на этом ролике наберется много лайков, и в комментариях много чего напишите положительного, и зайдете на стримы, которые будут сегодня и так далее. Вот, в целом про это я сказал. Про все остальное, ну, какие еще новости нас касаются. В принципе, еще один цикл планируется на ближайшем будущем. Не буду спойлерить, хотя хотелось, конечно, рассказать в этом ролике, но подумал, лучше останется небольшой тайной. 7 Days to Mine пока что, наверное, будет выходить чуть реже.
Вот, 2-3 ролика в неделю, может быть, 2 ролика в неделю, все-таки не 3. Потому что тяжело людей туда собирать. Вот. Ну и, возможно, будут какие-то другие крутые рубрики. Вы не забывайте, что вы также в комментариях можете мне предложить, что записывать. Вот. 25 на 25 будет выходить, как обычно. То есть 2 ролика в неделю. То есть это для вас информация такая. И, кстати, да, я создал, поменял полностью оформление канала, создал плейлисты. Теперь вы можете все это посмотреть в плейлистах. Я создал плейлист с криптогородом, я создал плейлист 25 на 25. Я создал плейлист по Десиду, я создал плейлист по... получается, выживание в большом городе. Много чего сделал для вас. Ну все, давайте в конце ролика уже вот эта вот вставочка, как зарегаться, как что сделать, я для вас оставлю. А вы уже, соответственно, чуваки, ну, зарегайтесь, все сделайте, пожалуйста, да. Ну и ссылки все в описании. Приложение называется StreamCraft, и я советую вам его скачать, потому что в нем намного больше функций, чем на версии ПК, которая будет в App. В целом, там есть много разных бонусов, например, вы сможете на халяву получить рубли и сразу же мне их задонатить, либо потратить на какие-то другие свои нужды. В общем-то, переходим в приложение, создаем новый аккаунт, регистрируемся, ну а дальше вас уже закидывает в само меню. Здесь вы можете подписаться на какие-то игры, я, пожалуй, подпишусь на Майнкрафт, потому что мне нравится Майнкрафт. Но мы сюда зашли вообще не для этого. Снизу справа у вас есть такой значочек «Я», вы на него нажимаете, и после этого у вас открывается вот, такая вот менюшечка, интерфейс. Здесь нас интересует кнопочка «Приглашение», вот она называется, такая вот желтенькая. Вы на нее кликаете, и здесь вам нужно сначала подтвердить адрес электронной почты, что мы с вами сейчас сделаем. Вот, а потом ввести ID друга, то есть меня. Из-за этого получите реально крутой бонус, ребят. Все, почту подтвердили, вводим, значит, ID-шник. Его я ставлю, кстати, в описании тоже, чтобы вы смогли спокойно ввести его, когда вы зашли в это приложение. Видите, нам пишут, ваш друг Демастер. Вы говорите, да, все. И вам дают сразу же 25 халявных монет. И потом тут еще больше, за то, что вы будете смотреть мой стрим или какие-то другие стримы. Эти монеты эквиваленты 25 рублям, вот видите, они уже на моем счету. Вы сможете их потратить сразу же, либо дождаться моего стрима и задонатить их мне. А я за это получу реальные рубли, в принципе, все очень просто. Либо здесь есть такая система, что можно вывести деньги, видите, то есть вывести монеты, то есть в рубли, то есть как бы можно это сделать. Пока что я не знаю, как это работает, но посмотрим, то есть, да, то есть можно, то есть я слышал, что можно такую тему проводить, но это уже в будущем. Я буду эти монетки у себя на стриме тоже разыгрывать, вот, там есть такая специальная функция, что я могу нажимать, типа, разыграть 100 монет для 50 чек, и в чате появляется сундук, кто на него быстрее доживет, а дольше... получит монеты, я обязательно буду так делать. Ну и все в таком духе, будет много интерактивчика, разных прикольных систем. Ссылочку я оставлю на это, приложу в описании, потому что она реально очень крутая. Ну и ждите мой стрим, как я и сказал, в 17 часов по Москве, по московскому времени, здесь будет стрим. Возможно, я еще какой-нибудь микрострим проведу чуть раньше, через пару часов после выхода этого видео, для того, чтобы просто потестить, что да как. Короче, чуваки, я вас прошу, пожалуйста, не оставляйтесь равнодушными, сегодня будет еще отдельный ролик по этой теме, там будет очень много разных тем в этом ролике. Ну, приложение выглядит очень круто, оно в Россию только переезжает и в целом смотрится достаточно неплохо. Ну, а с вами был я, Демастер, спасибо за то, что посмотрели такую вот мини-рекламную вставку, в принципе, ну, как ее не назвать, не рекламную, это, в принципе, есть рекламная вставка, это, грубо говоря, вот. И я сейчас сотрудничаю со StreamCraft, вот с этим вот, и скрывать от вас ничего не собираюсь. Не буду говорить, что, о, это не реклама и так далее. Это реклама, чуваки, реально. Вот, и я собираюсь сотрудничать с этими чуваками долго. Ну, это все, всем удачи, всем пока-пока, приходите.